Возрождение Зари. Популярный в советское время стадион долгое время пустовал, но в 2015 году городским властям удалось вернуть спортивный объект в муниципальную собственность. Уже через несколько месяцев здесь начнутся работы по благоустройству. В 2015 году подали заявку Министерству спорта Самарской области на реконструкцию стадиона Заря, который будет в себя включать футбольное поле, искусственная трава, беговые дорожки, трибуны, зрительские места и ограждения. Депутаты Самарской гордумы поддерживают инициативу мэрии и выступают со своими предложениями, чтобы условия на стадионе позволяли тренироваться и сдавать нормы ГТО. По возможности на данном объекте учесть вот, малые формы – это перекладины, это яма для прыжков в длину, ну и для населения очень такой вот требующий возрождения вид, как, например, городки. Это малозатратные сооружения, которые дадут возможность и сдачи ГТО, и массовых занятий. На выездном заседании контрольного комитета Самарской городской думы жителям Советского района рассказали также о перспективах восстановления стадиона «Торпеда» и грядущей реконструкции заводского шоссе. По словам председателя комитета Вячеслава Гришина, в этом году на улице появится освещение, хороший асфальт и облагороженные газоны. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.